борьбы я не почувствовал. Личная трагедия. Большая радость. Вон моя машина утонула. Никому мы не нужны здесь, никому. Людям помогало, сами все утопили. Чего бы не посоревноваться-то? У нас за год 5 пациентов погибало. Сейчас за смену. Вирус у нас мутирует. Сюрприз, у меня ковид подхватил. Мы за свободу выбора! Свободу! Расходитесь по домам, и так много проблем в жизни! Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска. Мы не ожидали, что проблема будет озвучена. Явно не в Москве родились. И я просто стала бурятской женщиной. Я на самом деле бурят. Докажи. Ой, сагашье, унгеролда. Договор, конечно, слишком мягкий. Выйду, будем вместе работать. Неужели мы должны на самосуд идти? К сожалению, конец этой истории для нас оказался очень печальным. Республика Бурятия – это для меня вторая родина. Ребенок искусанный был. Это дрожь. Давай поправляйся, все будет хорошо. Подбрасывают Ирину, но это по заслугам. Вот она, олимпийская медаль. Я благодарен всем. Спасибо тебе огромное, дорогие друзья. Михаил Асташов. Главная новость – это Восточный экспресс. Улан-Удэ. Отжимали, приседали. Получилось, сдал. Благодарю судьбу за то, что я есть. Что есть этот мир, в котором я живу. Он сложный, но он мой. Ютуб-канал – такая социальная сеть. Но я не считаю себя героем. Теперь у меня семеро детей. Нормально все будет. Я найду все силы. Не верю в чудо, что такое случится. Алиса, Борис! Алиса, живи!